Даже в нелетную погоду карусели здесь и не пустуют. Спортивный уголок и красочные качели маленьким горожанам явно пришлись по нраву. Игровая площадка появилась тут не так давно. Это прошлогодний наказ местных жителей. Вот все то, что вы видите на детских площадках около каждого дома, это все сделано благодаря Цибикову Батру Булатовичу. Много очень средств потрачено. У нас, можно сказать, все говорят, образцово-показательные детские площадки. Только за 2017 по улице Лимонова появилось 5 таких ярких детских площадок. Сейчас новая встреча и новые планы. Каждый избиратель пришел со своим наказом. Кто по озеленению, кто по общедомовым нуждам. В этом году запланировано 1 300 000. Допустим, в частности, на Лимонова 2 500 000 – это асфальтирование. Ну, там какую-то часть работы мы закроем, да, ну, запланировано, допустим, в будущем тоже эти вопросы доделывать, да, потому что все равно, если посмотреть, да, вот сразу все не бывает, округ большой, 23-й, поэтому приходится, ну, как-то вот выкручиваться, да, из ситуации. Вот и встречи проводятся практически индивидуально. Каждому микрорайону отдельный отчет. Этот один из последних. Ксения Шабаева, Батогармын, новости дня.